Итак, друзья, 1 января и всех с Новым годом. В Новом году желаю каждому достичь своих целей. Всех то, что хотел, чтобы исполнилось, сбылось и так дальше. Ну и крепкого здоровья. Если здоровье будет, то все будет хорошо. Всех поздравляю с Новым годом. Ну а я пока жду опрос, ожидаю. У меня сегодня должен быть опрос. Думаю, пожарю шашлычка. Все-таки ж 1 января, как мне. Снег из крыши взлетает, температура у нас плюс 5, плюс 4. Вот такая у нас погодка. В сарае 18 или 19 градусов, ну то есть отлично для опороса. Ничего не отаплюю, не грею, все своим чередом, своим ходом. Опорос должен був бути ще вчора, но вчора його не було. Я, грубо говоря, цілу ніч бігав, дежурив з 31 на 1. Ну так і нічого не вийшло. Зараз вже молоко пішло хорошо. Ну, думаю, може туди ближе к ночі і опороситься. Нарізав мясо. И, друзья, насчет мяса. Там сейчас куча смс-ок начали жінки на Viber писать. Я же номер ее оставлял по покупке мяса копченого, сала, мяса обычного. И уже нема, ничего не пишите, уже все продано. Все продано и магазин закрыт. Я потом ролик сделаю позже про магазин. Там будем вывозить оттуда ТС. Там поотвечаю на кое-какие вопросы и так дальше. Це м'ясо із останньої свинки, що Андрюха кувалдою її глушив. Вчора я замочив вечором, ну так чисто, чуть-чуть лимона видавив, чорний перець і соль. Ну і лука нарізав. Та й все, це, думаємо, сьогодні перше число, як-не-як, шашлика поїсти. Управились. Сої на этот надробив літрів, ну, наверно, кілограм 150, скажу, літрів. 200 літрову бочку обрізано. Ну, кілограм 150 десь. Наготовив усе і поки, думаю, суть до діла, займусь шашлычком. Ну, по чуть-чуть начинает идти процесс. О. Чаще переворачивать, чтобы не подгорало. Но все равно, та сторона больше жара, тут меньше. Не знаю, что, наверное, из-за того, что тут, типа, как поддувает. Хорошее дело. В этот мангал гриль. Хоть решетки, вот тут решетки, на решетках стейки пожарю, к примеру. Можно кое-что так подкоптить там для себя, чуть-чуть там якоїсь рыбки, сальца небагато, туда. Кидаешь тут типа как генератор, дымогенератор, и вот так иди сюда на сетки что-то положи. Ну, это так, чисто для себя. Збиття з комку, якщо дуже хочеться. А так дуже удобно. Хоч шашлики жарить, хоч м'ясо на решетки. Ну а якщо нам на сковородки, от у нас сковородка і піч під сковородку. Теж, кстати, будемо в следующий раз на сковородці буду стейки жарить. Теж покажу, сніму ролик. Ну так, що нового? Ну, нічого не произошло, все по-старому, все отлично, все хорошо, жалуватися ні на що, все прекрасно, живий і радується, як я завжди кажу, так воно і є. Везде порядки, все
понаготовлювано, все сделано. Решили пожарить шашлычку. Никуда сегодня не выезжал. Спасибо вам за сообщение мне на Viber, на WhatsApp, за поздравления, за открытки. Дуже приятно. Вас тоже с Новым годом и всего вам самого-самого наилучшего. Просто каждому я физически не мог ответить, так кое-кому поотвечал, кому повспевал. Вот такие, друзья, делишки у нас. Там уже той сарай пустий, нікого нема, всіх убрали на м'ясо, все продали. Ну там теж маленький, там давно вже пустий. Там отой красний, з красного кирпича я, ну так, по чуть-чуть, по возможності займаюсь, ну так конкретно, щоб туди ще не підходив. Там свої плани у нас нові появилися. І там для доращування теж пустий, нікого нема. Тільки один сарай, оцей новий. Поэтому стало работы вообще меньше, и сейчас с понеділка займусь уже и плиткой, освещение, розетки, свет, ну таке все, проводка. Ну то есть уже более руки развязаны, я более свободнее встав, и сейчас займусь сараем уже внутри. Все доделать, потому что времени не было до этого. Андрюха приходил чуть ли не каждый день. А сейчас все хорошо, все реализовали, позакрывали, где там, какие были у нас хвостики задолженности, позакрывали. Ну, короче, вот так все. А, горит та сторона, той край надо. Ну, сейчас же только поліс размешаю, он и затухнет. Сейчас попробую. Ну, вот так его распределил равномерно, вроде бы нормально будет. И можно теперь ложить назад. Так вот. И воно сейчас, я думаю, будет уже равномерно. Надо было раньше мне так сделать. Шашлык сочный. Мясо мягкое. Шашлычок, в принципе, готов. Осталось совсем чуть-чуть. Сейчас даже один попробую, потому что надо сначала попробовать, а то скажете, что ж ты не попробовал. Вот такой кусочек. Вот так он тече. Сок тече из него. Выделяется жирок. Сейчас чуть-чуть хай подостынет и попробуем. Ну а я побежу в дом. Там жена, син и я. Мы по гостям не ходим, потому что время особо нема гостевать. Ну, всегда Новый год встречаем в семейном кругу, с семьей. Так, ну, наверное, всегда так. Вот и так. Чем мне нравится этот мангал? Мало йде дров на него. И жар долго держится, то есть он позже все ярче разгорается жар. Поэтому, ну что, друзья, я не бритый, ну ничего страшного. Сейчас попробуй. Аж распадается в роте. Мягкий-мягкий. Ну а цей ще крутним. Вообще мягкий, сочний. Ну що таке? Машка покрита петреном. От воно і м'ясо. Вот, дивіться, давай-ка губами можу кусати. Хімія страшна.
Ладно, друзья, всем пока. Мы поедем есть. Всех с Новым годом. Пока. Вот, друзья, ну уже видно, что один кусок я съел. Вот, готовый шашель, башель. Капает жирок. Побежим в дом. Всем приятного аппетита.